Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Горкушин Алексей Анатольевич. Я главный агроном компании «Урожай-21». Сегодня мы находимся на дне поля, на полях КФХ «Тронь» Сергея Александровича, который любезно нам предоставил свои площадки, свои картофельные поля, скажем так, для опытов. Вот. И как раз сегодня мы подводим такие предварительные итоги, остались считанные дни до уборки. Ну, что хотелось бы рассказать. На данных делянках, отведенных нам, мы применяли микроудобрение под торговой маркой ЖУС, зарегистрированной в России в 2018 году. Значит, применяли 4 марки. Вот, именно по основным фазам картофеля. То есть это была высота растений порядка 10-15 сантиметров, потом была у нас фаза начала бутонизации, и потом сразу после цветения мы работали препаратами, микроудобрениями. Применяли микроэлементы, применяли также фунгицид, который находится, наш фунгицид новый, который находится в завершающей стадии регистрации. Это фунгицид будет органический под торговой маркой Агрион. И применяли, ну, такую полную систему удобрений. Причем эту систему удобрений мы взяли из опыта наших коллег белорусских. Мы и там, есть филиал нашей компании, где мы зарегистрировались и успешно применяем наши препараты по основным агрохолдингам картофелеводческим. Ну, что хотелось бы сказать. Предварительные результаты обнадеживают. Понятно, точные цифры покажет комбайн, покажет бункер. Вот. Ну, уже, несмотря на экстремальные условия, заморозки, град, засуху, ну, засуха была не особо страшна, был капельный полив. Видим прибавку к урожайности, ну, по таким, по оптимистичным прогнозам 10-15%, я думаю, она такая и будет. Ну, хотя основные цифры, как говорится, покажет в поле бункер, покажет комбайн. Ну, по опыту наших белорусских коллег, прибавка к урожайности 5-7 центнеров уже считается достойной и экономически рентабельной, экономически выгодной. Ну и хотелось бы в первую очередь поблагодарить и издательский дом «Крестьянин» за организацию всего этого процесса. Вот. Отдельно Николаю Васильевичу большое спасибо. И, конечно же, «Тронь» Сергея Александровича за предоставленную площадку для проведения такого мероприятия. Спасибо. А скажите, вот использование биопрепаратов, можно ли говорить о том, что клубни вот такого вот раннего картофеля, они будут не только вкусными, но и экологически безопасными? Разумеется, использование биологических препаратов, вообще за биологическими препаратами, я считаю, будущее. Только единственное, в чем проблема, многие те, кто их продают, бывает, не могут объяснить, как ими пользоваться, а те, кто их применяет, не могут их, соответственно, правильно применить. Да, но мы постепенно к этому идем и обязательно придем. За этими препаратами будет, конечно, будущее. Биологические препараты, не только мы получаем здоровый, экологически чистый урожай, но мы увеличиваем лёжкость товарной продукции, разумеется, что очень важно с экономической точки зрения, разумеется. Спасибо.